Градостроительный совет Чувашии вновь обсудил строительство высокоскоростной магистрали Казань-Москва. На прошлых совещаниях члены совета высказали свои замечания, и сегодня проектировщик представил доработанный эскиз. Больше всего нареканий вызвала слабая транспортная сеть. Отсутствие развязки, которая соединила бы вокзал ВСМ с аэропортом, речным и железнодорожным вокзалами. Основное замечание. Мы получили от Минтранса вашего согласования этой развязки. Следующий вопрос – это рассмотрение связи между Фигейси и Сермопоси, и как они, жители будут добираться до вокзала. Автобусные остановки и пешеходные переходы они оставлены, существующие, как они и были. И стрелочками зеленые и красными показаны пути движения общественного транспорта. В проекте также предусмотрели скотопрогон. А вот с пешеходными дорогами между Кугесями и деревней Сермопоси пока не определились. На наш взгляд, по такой пересеченной местности такие расстояния преодолевать пешком, наверное, все-таки не очень это удобно. Но если вы будете настаивать, может быть, от вас будет какое-то предложение, где и как это вот было бы правильнее. Остальные пункты, такие как устройство зон санитарной охраны, сброс источных вод, находятся на контроле других участников консорциума. Для их разрешения необходимо провести общую рабочую встречу. Пока же эти вопросы остаются открытыми. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.